Начинаем обзор шпалеры. И из чего она состоит? Прогоны, верхние тяги, так называемые. Сами рогатины. Видите? Тут трос у нас и фурнитура для сборки. Все покажем, как это все будет собираться. И вот здесь вот у нас малина, и мы посередке будем ставить 10 метров шпалеры. Потом все попутно расскажем, как что и собирать. Пришло время испытать шпалеры у себя на участке. Все очень легко, но мы пошли по простому пути и просто забили ее в почву. Хорошо вошла, попрыгали на ней и сделали, и, так сказать, утрамбовали. Сейчас собираем прогоны. Она собирается с помощью вот таких прогонов вверх. И потом будет троса еще натягиваться. Но тут два ряда у нас будет малина. Вот так вот, видите, идет все. 10 метров. Вот это все будет у нас малинник. Производим уже года 3 эти шпалеры. И решили, сейчас пришло время у себя на участке испытать. Где троса еще идти. Сейчас все покажем, расскажем. Так вот по ниточке. Натягиваем, выставляем и кувалдой просто в почву забиваем. Потом протянем, выровняем. Троса натянем. Вот шикарная шпалера для малины. Там у нас дарнит проложен. Сейчас мы его вырезаем. То есть вот так раз подкапываем, потом дарнит вырезаем ножиком. Чтобы он не мешал забивать трубу. Так мы забиваем. Раз, раз, раз. Ну-ка, показывай, класс. Там кто-то у нас там копается, что-то обрезает, готовит малину, да, прячется за шпалерами, а кто-то забивает. Все работают, все предели. А я только с ним практически вставили. Тут 50 на 50, 30% даже тяжелых работ непонятно осталось. Вот такие вот натяжки. Смотрите, из чего они. Многие спрашивают. Мы берем анкерного типа, потому что самый это экономный вариант. Вот эта гайка выкидывается. Видите, вот этот клин. Вот это вот. Это выкидывается, это тоже выкидывается. И одевается шайбочка и гаечка М6. Вот такой набор. И получается, с одной стороны кольцо. И будет также с другой стороны кольцо. И здесь будет сейчас система подвязки из тросов с товарами для натяжки. И они проходят через вот эти тоже отверстия везде. Сейчас выровняем, раскрутим, подкрутим, потом итоговое видео снимем. Как бы ничего сложного, но в то же время затратно и время. Готово. Все готово. Такая вот красота. Вот в нашем таком уголке будет малинник. Первые два куста подвязали еще так на веревочке. Теперь расскажем конкретно, из чего состоит. Состоит шпалера металлическая, из оцинкованной трубы, покраска полимерно-порошковая. Труба 20 на 20, 20 на 40 и 40 на 40. Три вида трубы применено при изготовлении. Здесь мы, конечно, накрутили тросов, 6 штук пусть будут. В землю забили сантиметров по 50 в почву. Здесь, значит, собирается верхняя винт-гайка, два прогона, 20 на 20, жесткие. Здесь заглушки. И собирается трос, петля специальная, телорэп, зажим. И с другой стороны то же самое. Вот такая мощная шпалера, вечная, можно сказать. Все аккуратно, красиво, обычно шикарно. И вот у нас здесь с двух сторон. Будем еще закапывать, такие же грядки буду делать. Будет малинник у нас в этом углу. Здесь тоже буду выкапывать все и делать малину. Дальше отойду сейчас. Если честно, мы их ни разу сами не монтировали. В основном это у нас отгружает Москва и Питер. С Екатеринбурга у нас их мало заказывали. Или заказывали с самым монтажом, то есть самосборкой. Выставили ровненько, красиво. Такой будет малинник в этом уголке у нас. 3 часа, или мы с вами вдвоем все установили. Бамс. С фотографии красивые сделаем. Смотрите, а? Красиво еще, когда будет все в малине, будет еще красота. Так,
такой у нас малинник. Подписывайтесь на наш канал, смотрите наши видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Мы всегда с вами. Все ваши пожелания исполним. Все ваши мечты и грезы. Всем пока-пока.